Hyundai Sonata. 2010 года выпуска. Пробег 12 тысяч километров. Передний привод. Бензиновый двигатель объемом 2 литра. Мощность двигателя 150 лошадиных сил. Автоматическая коробка переключения передач. В комплектации автомобиля. Отделка рулевого колеса кожей. Тонированные стекла. Легкосплавные диски. Галогеновые фары. Противотуманные фары. Бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, обогрев зеркал, многофункциональное рулевое колесо, розетка 12 вольт, крепление для детского кресла и софикс, подогрев передних сидений, зеркала заднего вида с электроприводом, передние электростеклоподъемники, задние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, антиблокировочная система, антипробуксовочная система, передний центральный подлокотник –